Красный бульвар. Видите надпись? То есть пока еще не выключили. Сейчас перейдем на ту сторону. Смотрите. Такое здание, как в Питере. Скорее бы загорелся в зеленый. Метро Пушкина здесь. Памятник Пушкина. А там сейчас «Известия». Слушайте, тут печатают газету «Известия», что ли, написано вот. Памятник Пушкина. Смотрите, какая красота. Красиво! Тут фонтаны, наверное, раньше были. Да, вообще так здорово. Очень красиво. Мы здесь, на площади Пушкина. Там вот Московский театр мюзикл вот находится. Здесь все светится еще, я успела. Просто спала сегодня 3 часа, думала, просплю. Вот, шарики. Классно, да? Так красиво. Сейчас пойдем дальше. Такие, смотрите, большие. Вот эти вот ворота. Как арка тоже светится. Не знаю, когда выключат, но еще пока. Красота! Вот это здание классное. Вот как в Питере. Просто огромное, большое. Красивое очень. Уже светает, наверное, скоро выключит. Мы хоть здесь успели. О, там елка. Не, ну правда, «Известия». «Известия», видите? «Известия» наверху написано. Такая лавочка. Тун-тун-тун-тун. Большая. Вот он. Памятник Пушкина. Пушкин, Пушкин, да. Смотрите, это он. Готовится все к Новому году. Такое все красивое, блестящее. Здесь вот елка. Ой, смотрите, а здесь вот вход в метро, вот такой вот рисунок Пушкина нарисовали. Ну, это на ту сторону, наверное, переход. Здесь елка такая вот красивая. Очень красиво.
Ребят, 2021. Эта марка впереди обалденная, красивая. Слушайте, ну вот это тоже очень красиво. Покажу. Украсили очень красиво. Очень красиво. Обалденно вообще. Смотрите, так круто. Снежинки такие над вами. Везде класс. Очень красиво. Год. Я, в общем, вас всех, всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы вы были счастливы, чтобы ваши желания сбывались. И, в общем, чтобы у вас всегда была возможность побывать в таких красивых местах. Смотрите, как круто. Так что с наступающим вас Новым годом. Будьте счастливы. Смотрите, там тоже как круто. Когда светится красиво, как красиво. Ребят, ну какая же красота. Как же красиво. Смотрите, на этой стороне тоже дома нарядные. Обалдеть просто. Очень красиво. С вами дальше идем. Просто супер красиво. Я там уже внутри прошла. Вон там вот, самым первым. Как тут пахнет едой. Тут где-то столовая, что ли? Прям так пахнет. Я еще ничего не ела. Какие тут красивые дома. Обалдеть. Вот, ну как бы и украшенные, вообще красивые такие. Еще все светится, я так рада, что я успела вам показать. У меня рука замерзла, извините, поэтому криво, видимо, держала сейчас. Вообще, смотрите, как круто. Так рада, что я успела просто. Ай, извините, что трясет. Извините, у меня рука просто окоченела. Смотрите, как круто. Ой, я так рада, что успела на все вот это светящее, чтобы вы хоть посмотрели. Я на час проспала, я должна была спать чуть меньше. Красота. Ой, я на плюсике, оказывается, снимаю. Представляете, что там было? Поэтому, наверное, так и трясет. МХАТ имени Горького. Может быть, не очень видно. Сейчас я перейду. Здесь может быть получше. Это там дерево было. Такое здание. Мы сейчас пойдем вон туда. Вон там тоже, смотрите, что-то красивенькое. Мы пришли вот отсюда. И сейчас пойдем туда. Кстати, сейчас наш загорится, так что пойдемте скорей. Опять я на плюсике. Вот. Такие деревья светятся. Сейчас уже светло, уже не так видно, как светится. А так они очень яркие. Вся эта подсветка очень яркая. Очень-очень красивая. Кулинарная лавка.
братьев Караваевых.